На стадионе «Урожай» состоялся слет воспитанников спортивных школ городского округа. Это ежегодный праздник, который объединяет представителей детских футбольных клубов и команд. С его организаторами и участниками пообщались мои коллеги. Футбольный сезон в самом разгаре. Сегодня стадион «Урожай» принимает 17 детских команд со всего городского округа. Более 200 юных спортсменов соревнуются в двух возрастных категориях, в то время как одни игроки на поле, другие в перерыве не сидят без дела. Они принимают участие в неких конкурсах футбольного мастерства. Это жонглирование мяча ногой, это полоса препятствий. И соответственно, лучший пенальтист, самый меткий футболист по ударам, по воротам. Проводить летом большой футбольный праздник уже стало традицией. С каждым годом масштаб слета воспитанников спортивных школ растет. Ведь футбольные клубы городского округа с радостью принимают новых и начинающих спортсменов. Я очень много голов уже забил в своей команде с 5 лет. Футбол я люблю играть, потому что футбол – это мое занятие. Очень много маленьких деточек, которые играют. Это круто. Вот. Ну, мне очень понравилось, в принципе, здесь находиться, играть. Два раза мы сыграли. Сначала сыграли в ничью первую игру, вторую игру выиграли 3-0. Для лучших команд и игроков организаторы слета подготовили кубки и специальные сувениры. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.